Сретенские морозы считались последними, после них не решались спускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны. В северо-западной Руси праздник был известен под названием Громницы. В этот день было принято приносить в церковь для освящения свечи. В Сретене особо заботились о домашней птице. С этим праздником связано и множество примет на погоду. Считалось, что если метет снег, будет поздняя весна. На это же указывало небо со множеством звезд, а ветер предвещал плодородие фруктовых деревьев.